Украинские долгострои смогут достраивать участники свободной экономической зоны Севастополя. Соответствующий проект постановления, который регулирует отношения между городским правительством и инвестором в подобной ситуации, был принят на заседании в четверг, 12 сентября. Теперь участник СЭС, взявшийся за достройку проблемного дома, обязан будет передать в собственность города 7% от общей площади квартир. Однако в данном случае застройщик-инвестор получит и преференции. В случае принятия участникам СЭС обязательств по достройке проблемных МКД будет корректироваться объем обязательств по безвозмездной передаче жилых помещений в МКД в собственность города Севастополя. То есть из стоимости 7%, который застройщик обязан передать в собственность города Севастополя, вычитывается документально подтвержденная сумма затрат застройщика на достройку проблемного объекта. Однако не менее одной квартиры должно быть передано в собственность города Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в разработке документа активное участие принимала городская прокуратура. Это как раз механизм, где мы, чтобы достроить проблемные дома, даем через СЭС, да, так называемый компенсационный участок, который при реализации его позволяет получить средства для инвестору для достройки проблемного дома. Ну и понятно, что разница стоимости передается в виде квартир в город.